Добрый день. Хотел бы пару слов сказать именно о боевых искусствах, которые мы, благодаря Олегу Викторовичу Мальцеву, овладевали на данном симпозиуме. Я, как говорится, не специалист большой в этих всех делах, и хотелось бы сказать мое личное впечатление. Мое личное впечатление именно о школе Оченеч и технике декстреза, вот работы с такими вот палочками, я именно практическую хочу сказать. То есть мне так получилось, что я родился еще в том веке, в 70-х годах, и в 90-х годах в России родился. И вот в 90-х годах у нас было очень модно на улицах драться. И хватали все подряд. Колы от лавочек, да, палочки, камешки. И была драка на улице. И это с одной стороны. А с другой стороны, мы часто видим именно по телевизору спортивные мероприятия, которые проводятся с палками фехтования. И я бы сказал, с практической точки зрения, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Так вот, на симпозиуме было четко показано, что существует спорт, а существует военная тактика, да, ведения боя. И вот непосредственно военная тактика, она и отличается от того, что на улице к вам спортивные мероприятия применять не будут. И военная тактика – это эффективная тактика. И работа непосредственно, техника декстрезы и непосредственно школа Оченеч показывает четко, что, ребята, зачем заниматься ерундой, которая не работает на улице. Когда вы выходите на улицу, на вас бегут толпа, вас бегут с ломом, с лопатой, я не знаю, всем чем угодно, и спорта там нет. А там есть, выжил, не выжил, победил, не победил. Так вот, эта техника побеждать способствует и противника повергать.